Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал. В этом видео будет пранк над парнем, и да, тем, кому не нравится, кто пишет, что часто видео выходит, можете закрыть это видео и не смотреть. Вот и все. А тем, кому действительно интересно, можете оставаться вместе со мной, и мы начинаем снимать этот прекрасный пранк, потому что я на самом деле не откажусь от этой рубрики, и более того, я ее выкладываю не так часто. Те, кто действительно меня смотрят, могут это заметить. Ну что ж, начинаем. А также хочу сказать, что данное видео, оно о том, что там якобы я стала вегетарианкой, все дела. Недавно мне оставляли этот комментарий, и я решила, что я его сниму, потому что, ну, как бы поэтому, по этой идее. Потому что мне показалась она прикольной, интересной, и, как по мне, даже, может быть, его это, может быть, зацепит, может быть, что-то он... Короче, мне интересно посмотреть, что он на это ответит. Ну что, начинаем, теперь уже пишем. Так, напишем Виталику, что типа Виталик есть вопрос. Так, вот отойдем, а то я знаю, сейчас будет не видно вам половины экрана. Есть вопрос. Можешь... А, нет. Я хочу кое-что сказать тебе. Кстати, запись экрана сейчас идет. Слава богу, будем надеяться, что она не оборвется, ничего с ней не произойдет. И что самое интересное, то что почему-то у меня номер Виталика высвечивается, а не то, как он у меня подписан, поэтому я его замажу, этот номер. Иначе, сами понимаете. Ой. Кое-что важное. А возможно... что тебе это не понравится. Посмотрим, что-нибудь напишет или нет, потому что... А, вот печатает, да, значит, что-то напишет. Ну, я решила стать вегетарианцем. Вегетарианцем. Господи. Мой язык сломается. Веганом, короче, все. Сейчас напишу, что я не против и подобное, мне почему-то кажется. Окей. Но я так и думала, что человек как бы не будет решать за меня. Но тут я скажу, типа, я хочу, чтобы ты тоже отказался. Но я хочу, чтобы ты тоже стал им. Теперь уже поинтереснее, ну типа, блин, тут уже я лезу к человеку. Нет. Почему? Вы что, как же он без мяса? Сразу будет такой злой. Не хочу, почему? Тогда, может, сыроедом? Ну почему? Объясни мне. Как бы, по сути, я лично не против. Тоже, если он такое решение примет, что он захочет стать вегетарианцем, типа, ок. Ну, не знаю. Я просто, скорее всего, не хочу. Ну, я же прошу тебя. Типа, посмотрим, может быть, он сейчас скажет, может быть, и что, и подобное. Мне интересно, что.
Нет. Ясно. Ты не любишь меня. Попробуем так. Мне хочется его выбесить чуть-чуть. Капельку, чтобы было поинтереснее смотреть. Ну. Ну уже, давай, говори мне. Скажет, люблю, но не хочу, и типа, вот. А почему тогда не хочешь? Интересно, интересно. Ясно. Ты против? Я не хочу встречаться с человеком, который ест мясо. Пишем так. Ты сама без чипсов своих не можешь. Я могу отказаться от них. Я очень люблю смотреть фильмы, есть чипсы. И это практически каждый день бывает, да. Не кидайте в меня помидоры. Такой уж я человек. Не верится. Давай. Попробуем. Ты от мяса, а я от чипсов. Не хочу. Все. Я хочу. Не злю. Вот, я так и знала, что сейчас напишу, типа, не зли меня. Короче, ребят, что я могу сделать, исходя из того, что вот я сейчас вижу? То, что если я решу стать вегетарианцем, он не против, но сам он не станет вегетарианцем. Вот и все. Поняла. Это пранк. Вообще-то. Просто я не знаю, что тут еще можно продолжить. Мне стало интересно, какая будет реакция, типа, против, не против и подобное. Человек не против, но сам не хочет. Ну, типа, наверное, вот так вот. Отстань. Все, сейчас останавливаем съемку. Ну что ж, ребята, что вы мне куда-то поехали. На этом, я думаю, можно заканчивать видео. Я вас очень сильно всех люблю, целую, обнимаю. Пишите свои комментарии, я буду рада их почитать. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что вы сможете увидеть также другие пранки, другие видео. Может быть, ваша идея попадет в мое видео. Короче, будет очень весело и круто. Также я думаю, что вы тем самым как-то найдете, может быть, себе в комментариях людей, с которыми вам также было бы интересно пообщаться. Короче, подписывайтесь, и будем с вами общаться всегда 24 на 7. Всех очень сильно люблю, целую и обнимаю. Пока-пока.